Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Я очень признателен, если это видео распространите в соцсетях, многим принесет пользу. И, конечно, подпишитесь на канал, поставите лайк. А еще очень сильно буду благодарен, если вы в описании зайдете и подпишитесь на мой Яндекс.Дзен канал. Там много вас приключений ждет. Итак, как наши огурчики отрастить? Зеленые, вот такие, с грядки только что привез с дачи. Чтобы они у нас не болели. Подкормка обалденная. В общем, это микроводоросли. В аптеке продаются такие вот, видите, называется спирулина. Природный источник белка, витаминов и микроэлементов. Спирулина — это сине-зеленые водоросли, богатые биологически активными полезными веществами. В общем, приобретаем. Вот одна таблетка у нас спирулины на литр воды, теплой водички, размешиваем все. И затем поливаем под каждый куст раз в 10 дней будет достаточно. И уверяю вас, ваши огурчики будут просто хрустящие, урожай будет самый богатейший. Продается спирулина в аптеке, так что вы без труда можете взять. В принципе, во многих в аптеках продается, поэтому я говорю еще раз, никакой химии. Только все за натуральные биологические продукты, которые развивают, стимулируют наши плоды и нам приносят только здоровье. Подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока.